Практическая медитация, что можно достичь посредством медитации в повседневной жизни. В первую очередь, с помощью медитации вы вводите себя в правильное состояние. То есть медитация – это не обязательно вы сидите с скрещенными ногами, там, на ом, там, и там, созерцаете небесную благодать Будды, там, или, не знаю, или там, не знаю, ищете суть дзен в своей природе. Там. Медитация – это для начала вы вводите себя в правильное состояние. То есть состояние эмоциональное, оно перетекает в душевное, и состояние ума, оно перетекает в состояние сознания. Ваша задача в первую очередь два механизма эти отработать. Вот, и если вы их отработали, вам все до состояния условного, скажем так, условной нормы или условного стандарта, то вам все вопросы будет легче решать. То есть, знаете, это как есть понятие хороший водитель и условно готовый водитель. Да, вот хороший водитель с большой вероятностью хорошо решит вопрос. Условно подготовленный водитель, он, условно говоря, выполнит поставленную задачу, возможно, с приличными потерями ресурсов. Например, там, помнет машину. Например, довезет ценный груз до места, но помнет машину. Или напугает там, не знаю, пешеходов так, что у них стресс будет. Поэтому задача медитации, в частности, на начальных этапах развития практики, да, это научиться входить в правильное состояние жизни, чтобы жить, чтобы правильно проработать ту программу, которую вы себе поставили. Потому что большинство людей очень плохо управляют вот этими механизмами. Очень часто внешние эффекты, внешняя ситуация, она как бы управлять человеком, вот, например, дети играют, какие-то подростки там, в стрелялки, да? В них включается программа вот этого жесткого доминирования и уничтожения. Да? То есть прописанная программа на монстров, она может быть легко заменена на какие-то другие объекты. То есть что-то, что в окружающем мире принесло ему дискомфорт, может стать объектом уничтожения в его понимании. Почему это даже работает на подсознании. И человек, который находится в правильном состоянии, эти программы перестают на него работать. Во всяком случае, их сила настолько ослабевается, если они есть, да, что человек сам способен управлять своей жизнью. Ведя себя для начала в правильное состояние, вы можете прожить жизнь достойно. То есть добьетесь вы великих вершин, не добьетесь, но вы проживете ее достойно. Первая задача медитации, если вы на нее вышли, а в простейшей форме, в принципе, медитация доступна всем, то есть научиться приводить себя в правильное человеческое состояние. То есть тогда, чтобы вы отработали то, что вот ваши социальные обязанности, например, там, семейные обязанности, то есть вероятность его выполнения становится высокой. При отработке на высоких уровнях у вас появляются какие-то уникальные возможности. Тогда, когда вы можете проживать свою жизнь, грубо говоря, не на 100%, а на 350%. Включаются какие-то сокровенные программы, например. Здоровье, любви, достатка. Здоровье психическое в первую очередь зависит от вашего состояния. Если вы не умеете его контролировать, то у вас будет меньше душевной энергии, и ваше психическое состояние будет хуже. Соответственно, это будет влиять и на здоровье, потому что психика, вам скажет любой врач, она напрямую связана с физическим здоровьем. Если с психикой и здоровьем будут там проблемы, например, с сердцем, например. Хотя это может быть и с почками, и с позвоночником, и вот чем вы хотите. Есть очень жесткая связь любви. Если у вас через медитацию вы не накопили душевной энергии, да, то у вас нет душевной энергии кого-то любить, а тем более вступать в какие-то глубокие отношения. То есть энергия любви, она существует и на уровне дружбы, и на уровне сотрудничества там, какого-то глобального, только на уровне семьи. Она относится и к детям, она относится к родителям, она относится и к друзьям. Она относится и, там, и к народу своему, там, и там, какой-то большей группе людей. То есть у нее достаточно широкий диапазон, то есть там, к роду в целом. Как бы. То есть есть формы выражения любви. Например, они на уровне семейных, или интимных отношений, они одни. На уровне дружбы они другие. Там, на уровне служение долгу, а не третий. Но работает одна и та же высшая сила. Поэтому если вы через медитацию пробуждаете в себе душевные силы, у вас открывается анахата, открываются там другие чакры высшие, да, то есть у вас получается возможность уже вступать в более интересные, глубокие отношения, как личные, так и социальные. А есть отношения еще и как бы с Творцом Небесным, да, и если у вас энергии любви включились, то у вас появляются и эти отношения, по большому счету.
Что касается достатка, ну, опять же, если вы с помощью медитации научитесь войти в правильное состояние, то вы сможете с помощью этого состояния и в социуме чего-то добиваться. То есть вы больше, по крайней мере, сохраните энергию, которую вы тратите, когда у вас этого правильного состояния нет. Многие люди говорят, ну я и живу, и так живу, и что будет? Вот вы так живете, но вот если вы будете, научитесь входить в правильное состояние, вы будете жить лучше, и у вас реально достатка будет больше. То есть вы создадите, ну как бы вот на том же месте, что вы живете, вы создадите больше ресурса. Разные механизмы могут работать, вы создадите его реально больше. На материальном плане, хороших друзей, успехов в бизнесе. Ну, соответственно, если у вас правильное состояние, правильный настрой, то и вам и бизнесом заниматься легче. Что касается друзей, вы находитесь в правильном состоянии, с вами интереснее общаться. То есть эти друзья к вам притянутся, они вами заинтересуются. То есть вы через, как бы, медитация это один из механизмов. То есть он может быть на определенном этапе он будет доминирующим, на определенном этапе он будет очень важным. Да. И с помощью этого механизма вы это все можете создавать. То есть, может быть, не прямым способом, но косвенно, то есть стимулируя себя быть более гармоничным, более, скажем так, ценным для общества, для своих друзей. И, соответственно, вы это к себе притянете. Поэтому у развития и у инструментов, таких как медитация, есть и банальные социальные задачи. Социально значимые проекты.